Привет всем! Сегодня у нас митинг в клубе. Здесь принесли очень интересные котлеи. Вот этот котлей принес наш президент. Вот так много, но он их еще не расставил. Мое внимание привлекла вот эта котлейка. Ее название я не могу... Это наш Десима. Окей, я поняла. У нас есть один любитель орхидей с 50-летним стажем. Он выводит, это его гибрид. Навряд ли он где-нибудь продается. Это из его теплицы, его гибрид. Так, здесь вот такая красота стоит. Очень тоже ароматная. Это котлея Irens Circle. Угу, понятно. Красивый экземпляр. Здесь я вижу котлею, которая очень похожа на Девиану. Но я не знаю, Девиана ли это. Я думаю, что нет. Сейчас мы посмотрим, кто это. Нет, это не Девиан, это вот Девиановый гибрид. Они очень обильно хорошо цветут. Тут у нее 3 цветоноса. Это Девиановый гибрид. Здесь вот есть... Это тоже его гибрид. Тоже Десима. Да, понятно. Это гибрид Джо. На основе явно Девианы. Посмотрите, какая губа. Красавица. Ну, здесь Патинара стоит. Очень яркая, красивая. Тоже его гибрид. Ну, я даже вам не буду называть название, они все его именем называются. Так, вот здесь вот голубая. Она действительно такая голубая. А, это... Ну да, это Angel Kiss. Угу. Очень красивая Angel Kiss. Сейчас время как раз котлей. Здесь, понятно, надоза. Здесь тоже надоза. Смотрите, как отличается. Вот видите, какой мелкий цветочек. И крупный цветочек. Разные цветы. Смотрите-ка. Интересно, правда? Но вот это обильнее цветет, мелкие цветы. А вот это вот крупнее цветы. Очень интересно. А, посмотрите, какие гиганты фрагмопидиумы. Такие вот. А подойти к ним весьма сложно, посмотреть. Я потом подойду, возможно. Но здесь вот, вот такие вот гибриды. Здесь, смотрите, какой красивый фаленопсис. Это фаленопсис. Ну, это леопард принц, конечно же. Да, это леопард принц, очень красивый. Красавец. Смотрите, как он смотрится. А вот здесь вот почему котлея стоит. Котлеи все с той стороны, почему-то здесь котлея стоит. Добрый день. Красавица, правда? Анечка, это ваша? Да. Анечка, она должна вон там стоять. Ее сюда переставили, это не я. А, это не вы? А, странно, потому что котлейки... Котлейки, ага. Ну, я сейчас попробую. Вообще котлейки там. Да, я знаю. Это Талумния. Талумния. Дендробиум. Интересно, стардаст уже цветет. Мой стардаст еще не цветет, он весной цветет. Здесь лекаста. Лекаста, вот это название. Вот это название. А лекаста выглядит практически как моя Red Jewel. Ну, форма чуть-чуть другая. Угу. А вот эти растения уже продаются. Они на продаже. Это маленькие котлейки. Смотрите, какая красивая. Вот это вот очень красивая. И эта красавица. И вот эта красная мне тоже очень понравилась. Посмотрите, какая красотка. Вот такие есть. Вот такой башмак. Красавица. И листва красивая. Так, вот это дендробиум. Это нобели тип. Дендробиум нобели тип. А вообще у них сужаются псевдобульбы. Какой-то он тоже намудренный какой-то гибрид. Не думаю, что это совсем чистый нобели. Тоже дендробиум. Красивый. Вот эти вот это очень люблю. Тоненькие псевдобульбы. Здесь фаленопсисы. Смотрите, какие интересные.
такие фаленопсисы. Это с пилоричностью фаленопсис. Вот такой. Вот этот интересный. Тетрасписовый какой-то. А вот этот крупный цветок. Очень интересные фаленопсисы. А, посмотрите, какая здесь лавелианцепс. Но у нее такой длинный цветонос. Такая красотка. Там тоже что-то очень красивое. Вот эта красотка, смотрите, какая. Какая хорошая. Та очень пестрая. Вот это мне нравится. Очень люблю белые, но у меня сейчас две природных цветет. Тоже белых. Yes. Equestris? Is it equestris? No, I don't think so. Let's check. No, rainbow chip. Ah, it's a hybrid, yeah? But anyway, base is equestris. Это печально известная Фрэнсис Фокс. Вот это, конечно, крупнющая. Я не очень большая поклонница этого, но кто-то любит. Здесь тоже очень крупная. Вот они, это один куст, кстати. А, это один куст, ясно. Смотрите, какая вандовая какое-то растение. Смотрите, как цветет. Это Pinky Red. Ванда Pinky Red. Смотрите, какая интересная. Ой. У нее вообще цвет коричневый. Прям коричневый. Вот эта красотка изящная. Вау. Так, вот это тоже эквестрисовый гибрид. А еще что это такое? Такое интересное. They make kikis. I've got one. I have one that's got five kikis on top. Так. Так, это вот. Garvulsia Werner. Garvulsia. Слушайте, какое интересное растение. Смотрите. Тоже какое-то котлейное какое-то растение. Маленькое, изящное. Я люблю такие растения. У меня очень печальный опыт вот с этими ладигезия. Очень два раза покупала, оба вирусные были. Так, что здесь еще? Посмотрите, какая интересная, как цветет красиво. Я купила ее, но там были зеленые лепестки, вот такая губа. А здесь какими-то красными сполохами. Это вот этот гибрид, он у меня тоже скоро зацветет. Провокатоволла Вуфонг Джейд. Это снадозы, она ароматная. Только у меня были чисто зеленые лепестки. Вот таких всполохов красных не было. Вау! Интересно. Но здесь, конечно, фаленопсисы вот такие красивые очень. Так. Здесь тоже фаленопсисы. Они не ароматные. Обычно они ароматные такие вот бывают, но эти не ароматные. Хочу показать вам мельтассию. Смотрите, какая красивая мельтассия. Красавица. Здесь анцидиумные в основном стоят. И вот эта мельтассия, конечно, поразила мое воображение. Сейчас я ее понюхаю. Я не чувствую запаха, но вообще она может быть ароматной. Очень красивая. А из того, что я купила, растения я не покупала. Но я купила инсектицид. Вот это соуп. Зимой нельзя ничем таким обрабатывать в помещении.
что может повредить животным и людям. Но вот я купила такой инсектицид. Посмотрим, работает ли он. Ну, здесь продаются всякие supplies для орхидей. Ну и немножко растений. Из тех, что Петр любит, плюроталосы, например. Смотрите, какой плюроталос. Вот этот вот. Хорошенький такой. Мне цветочек показали, миленький крошечный цветочек. Я наконец подобралась к этим фрагмопидиумам. Смотрите, какие с длинными петалиями. Такой фраг. Сейчас я вам покажу его название. Это фрагмопидиум шардриай. Шардриай. Окей. Так, и вот еще красавец здесь есть. Вот такой вот у него. Вот такой цветонос. Смотрите, какой красавец. Просто идеальный, правда? Такое растение. Тут еще цветонос. Такое растение. Большое растение. Это вот такое название. Фрагмопидиум фриц шомбурки. Шомбурки 3N. Ну, тоже Саная. А вырастила это чудо. Очень красивые. Здесь гибридные. Два одинаковых. Так, это... Тут тоже есть название. Вот такое название. Не могу разобраться. Что-то чоколит. Ой, смотрите, какое чудо. Это... Маздевалия Андреа Хана. Давайте-ка посмотрим. Смотрите. Это маздеваль. Смотрите, какое чудо какое. Ой. Посмотрите, какое чудо. Здесь, конечно, плохо видно. Посмотрите, какая прелесть. Ой, как мне нравится. Чудесная. Вон она. Как же мне ее показать? Смотрите, какая сказочная. Прелесть. Вот такое растение маленькое совсем. И вот такое у нее название. Андреа Хана. Прелесть. Ой, какая прелесть. Чудо. Ну, в общем, конечно, люди постарались. Принесли очень красивые орхидеи. Но большая часть орхидей будет онлайн. То есть я, например, послала фотографии. Я не приношу свои растения. Я присылаю фотографии, их будут демонстрировать во время митинга. Они тоже будут оцениваться. Поэтому я, в общем, вот эта красавица какая, а? Что это? Так, сейчас мы посмотрим. Вот такое название. И тут новые росты уже идут. Смотрите-ка. Бульба цветет, и тут новые росты. Какая красавица. Прелесть. Тут такой аромат стоит рядом с котлеями. Просто чудесный. А, вы знаете, мне тут сейчас рассказали детективную историю. Очень хочется вам рассказать, но, пожалуй, я расскажу ее как-нибудь в следующий раз. Всего вам доброго, здоровья вам и вашим растениям.